Приветствую вас всех, уважаемые подписчики, а также просто зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий, и сегодня я вместе с вами продолжаю играть в игру Ведьмак 2 Убийцы Королей. И находимся мы вместе с вами в городе Фоудзом, где у нас в прошлой серии были просто умопомрачительные приключения, связанные с тем, что мы зашли, так сказать, на огонек к верному Роше, вот к этому вот парню. Оказалось, что нажрались в дюпель и получили татуировку, покатались на гулящих женщинах. Он, по-моему, на шее видно немножко. Кстати, я не знаю, можно ли вывести эту татуировку, ибо она немножко такая похабная. Хотя и является отличительным знаком синих полосок. И все это у нас, в общем, в прошлой серии заняло практически все наше время. А сейчас я хотел бы с вами продолжить задания, связанные с бойцовским клубом. Именно для этого я подожду немножко. Так, ну давайте где-то вот... Ну, вот так вот. В полночь нам надо быть еще у Анишки. Это местная, так сказать, ведьма, которая поможет мне расколдовать амулет Мелитеры. Но все по порядку. Давайте насладимся немножко видом ночного Фоудзома. Кто бы что ни говорил, а движок у игры прекрасный. Несмотря на то, что это РПГ, она выглядит просто... пальчики оближешь. Если хочешь жить богато, кого я вижу, не будь я король Зиги. Обдумал мое предложение? Да, я схожу с тобой. Да, я готов. Я объясню тебе все по дороге. Так, великолепно. Теперь говори. Знаешь, чем знаменит Фоудзом? Ничем. Ну как так можно? В долине Понтера есть только два города, которые достойны внимания. Это Бондарь, в котором лучшие шлюхи севера. И Фоудзом, где проводят лучшие кулачные бои. Кто проводит? Официально никто. Но стоит приглядеться, и ты глазам не поверишь. Это мир страстей. Стой! Ты не узнаешь короля Зиги? Тебя узнаю. А кто с тобой? Серьезный мужик. Король Зиги других не держит. В последний раз твоего парня вынесли поломанным через четверть часа. Сейчас все будет иначе. Вот увидишь, сам комендант поставит на него целое состояние. Ладно, но ежели хочешь его провести, пускай оставляет тут все свои железяки. Ну, давайте. Выбора-то иного нету, мы уже, кстати, так сюда ходили. Будь по-твоему. Считай, что ты уже богат. Оружие будет в ящике у ворот. У меня вот в РПГ зачастую вот... Немножко осадок вызывает то, что персонажи местные не узнают нашего главного героя, если уже его видели. Вот этот стражник так меня уже пропускал сюда, и спустя некоторое время он удивляется мне, как будто видит меня в первый раз. Непорядок. Так, куда идем? Лореда? Собственной персоной. Он разрешает бои? Разрешает? Он их устраивает. Тут крутятся большие деньги. Последнее время мне немного не везло, но благодаря тебе король Зиги прославится в веках. Ты только не подведи. Да я уж постараюсь. Ты только смотри, не подставь меня. Кто так ведет через тернии, так сказать, по закоулкам и кустам. Так, две подзагрузки. Это меня действительно уводит... Подозрение. О, клоун Зиги возвращается. Возвращается с триумфом. У меня есть боец, о котором скоро услышит каждый. Убийца чудовищ? Как ты его уговорил? У короля Зиги свои методы. Угу. Вечер обещает быть интересным. Через минуту мы попадем в историю флотзамского мордобоя. По деревням будут слагать песни о Зиге Геральте. Ты главное выиграй, а я займусь остальным. Готов? Да. Готов.
Великолепно! Ты еще будешь носить меня на руках. Твоим первым противником будет Сухой. Его так зовут, потому что он выжимает соперников досуха. Глядишь, и Сухой обмочится. Держи! Да, ну, ведьмак у нас не промах, я думаю, мы справимся, да? Хотя, с учетом того, что это более высокий уровень боев, возможно, здесь будет посложнее комбинации. Или я ошибаюсь? Да нет, по-моему, даже проще. По сути, жму одну, две кнопки и... Единственное отличие, это то, что живут очень долго. Славно ты его разукрасил. Кто дальше? Марку Раскагдам. Кладет всех одним ударом. Ну что же, давайте его положим. Попробую узнать, какой у него второй удар. Удачи! Какой ты жирдяй, ребята. Да, не впечатлил, серьезно. Эй, выродка! Так, единственное, что приходится с ними возиться подольше. А так, все довольно-таки простенько. Добей, выродка! Уносите. Ты открытие всей моей жизни. Хочешь сказать, мы созданы друг для друга? Именно так. Но нам еще многое предстоит пройти. Твоим следующим противником будет Сикач по прозвищу Хер. Его никто не любит? У него порты с бахромой. В прошлом месяце он откусил противнику ухо. Это прям местный Майк Тайсон. Ну ладно, давайте посмотрим, как он выглядит. Ну давай сюда этого Хера. Дай ему в харю. Ну, бугай. Да и неповоротливый еще. От таких простых ударов даже не пытается увернуться. Держись! Все. Так, ну когда ж ты уже загнешься-то? А, ну вот. Готов. Еще один, и мы знамениты и богаты. Кто? Ждан. В драке против него меньше, чем вчетвером не выходит. Да ладно, я и с ним одной левой справлюсь, или двумя. Сделаю его одной левой. Вот, даже ведьмак так же думает. Его недооценивать. Ведьмак, позволь на минутку. Прекрасная техника. Спасибо. Приближается последний бой, и все ставят на фаворита, на тебя. Все, кроме меня. Чего ты хочешь, Лоредо? Ждан должен выиграть. Но на самом деле выиграем мы с тобой. Треть выигрыша твоя. Это не вопрос. Это констатация факта. Хорошо, я это сделаю, но, естественно, на словах. Деньги пополам. Цени мое доброе сердце. Только смотри, не подведи меня. Да, конечно, я его не подведу. Ой. Извините. Дай ему в харю. Задумался просто. Ждан у нас какой-то шаолинский монах. Славянского разлива, да? По крайней мере, очень похож. Добей, выродка. Ну или жрец какой-то. Да. Если все остальные будут такие же бои, то в каком-то смысле это может поднадоесть. Ну как возможность разбавить бои. Весьма неплохо. Спать.
плати. Вот твои деньги. Стража проводит тебя до ворот. Ты об этом пожалеешь. А я говорил, что мы выиграем. У меня нюх на эти дела. Давай, что мне там причитается? Да ты что? А как же веселье? Круг почета, дармовая выпивка в каждом трактире. О девках я и не говорю. Трахни их от моего имени. Ой, ведьмак, ведьмак, ты у нас любитель, так говорится, правду. Матку прямо в глаза всем говорить и поязвить. В лучших традициях книжки. Так, надо еще одежду забрать, не забыть. Так, так. Блин, и почему его сразу не одевают? Приходится все делать буквально самому. Ладно, сейчас нам надо также отправиться к Анишке. Я надеюсь, я успею. И она никуда не убежала. Она как раз просила в полночь к ней прийти. Думаю, самое время. Да, он сейчас месяц посередке, значит полночь. Так, стража, дрыхните. О, нет. Зараза. Да я в шоке. Ты, надеюсь, без своих друзей сюда пришел? Так, нет, еще идут. О, нет. Так, еще желающие отхватить есть? Вы приходите сразу все, чтобы... Если что, мне не пришлось потом за вами гоняться по всему лесу. Так, я, по-моему, еще смогу наконец-то сделать свой меч, который я хотел. Но сразу же сделаем это уже потом. Так, нокер. До свидания. Ты где? О, вот этот получше будет. Слушайте, идите в баню. Индриага с кем-то дерется. Да. Как-никак, это лишний опыт, ребята. Именно поэтому я сейчас вмешиваюсь в их разборки. Так бы вообще ушел мимо и даже не посмотрел бы их в их сторону. Спать. Так, Анишка, ты куда залезла? Слушайте, если она ушла так далеко в лес, я ума не приложу, как она здесь пролезла. Полный же скач, по-моему, а не лес. С учетом того, что наверняка... местные жители кормятся за счет леса, я считаю, что... Вот так. Надо вот так вот орать каждый раз, как ты приближаешься к деревьям. Тут фобия разовьется на такой вот лесной форме, я бы так это сказал. Так, Анишка. Ну, наконец-то. Надеюсь, она меня не скушать хочет. Все-таки ведьма, как-никак. Здравствуй. Пришел, наконец-то. Немногие отваживаются заходить в этот лес. Особенно ночью. Белок я не боюсь, а против чудовищ у меня есть свои приемы. Интересно. Это место скрывает такие тайны, которые даже ведьмакам не снились. Пока что главная загадка для меня – это ты. Зачем я тебе понадобился? Я не знаю этого ритуала. Увидишь, когда я начну обряд. Ты готов? Нет, ну я готов, конечно. Надеюсь, что она не будет прыгать голышом вокруг этого идола. Начнем. А теперь смотри, ведьмак. Смотри, я боюсь тебя. Дерись с ними, чтобы я могла завершить ритуал. Перный театр. Ох, 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 тихо, тихо, тихо. Вы только посмотрите, как мне хорошо пришло-то. Староват я для этого.
И не говори. То есть один удар, отскок, один удар, отскок. Это как вариант, чтобы здесь выжить. А пытаться убить этих тварей, я думаю, вообще не вариант. По крайней мере, не тогда, когда они появляются из ниоткуда. Может, эта стерва решила от меня так избавиться? Типа, дерись, а я их буду вызывать бесконечно. Так, тихо. 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 Ой-ой-ой. Как затупил-то. Так, вот этот один, давайте его зарубим. Да ладно, успокойтесь. Сколько мне этих призраков порубить-то надо в капусту? Анечка, ты, может, там как-то поторопишься? Потому что еще чуть-чуть, и я тут просто кончусь. Так, еще. До свидания. Приятно было познакомиться. И не говори. Хоп, хоп. Тихо, тихо, призраки. Так, у меня, похоже, проблемы. Так. Ведьма, давай скорее. Оп. Так. Минус. Так, еще один минус. Ой-ой-ой. Анишка, тут уже скоро утро наступит, знаешь ли. А ты все никак не закончишь этот гребаный ритуал. Так, вошло. Так, ладно, ладно. Но рубиться с ними в открытую — это себе дороже, ребята. Именно поэтому я буду бегать и при первой же возможности нейтрализовывать кого возможно. Да, похоже, это она делает. Оп. Ой, как все плохо, да? Фух. Слушай, ты меня чуть до инфаркта не довела. Ну как? Получилось? Сердце Милетели вернулось прежняя сила, я чувствую. Я не подозревал, что ты способна на такие обряды. Думал, раз я деревенская ведьма, то только и умею, что раны хлебом с паутиной залеплять. Угу. То, что ты сделала, ближе к настоящему чародейству. Чародейки, ученые книги, школы магии, что они понимают?
Магия, ведьмак, это трепет сердца и запах мокрой трухи. Это боль под животом, от которой ты вопишь и плачешь. Когда лемех обходит гнездо полевых мышей, когда люди до криков любятся под молодой луной, когда льется кровь и течет сладкое молоко, вот это магия! Я все это пережила, все видела. Я могу этим управлять. Я не поменялась бы своей силой и своей судьбой ни с одной чародейкой. Да ты нечто, дамочка. Не уверен, что я правильно понял, но я действительно восхищаюсь тобой. Возьми этот амулет в память о нашей встрече. Но он был нужен тебе. Ты помог мне его расколдовать и не потребовал ничего взамен. Великодушие — редкая черта. Сердце Мелителли снова приносит удачу. И я думаю, тебе она пригодится больше, чем мне. Спасибо. Заходи, если что понадобится. Не так страшна ведьма, как ее малюет. Да не говори. Так, я еще сразу же тинекос сделаю. Так, нет, я не могу ничего здесь выйти. О. Анюшка, ты... Вот хотел только сказать, ты там, помнится, говорила, что у тебя есть свои методы. Похоже, ты нагнала, как всегда. А, так, алхимия. И нам надо сделать мангуст. Так, сколько зелий? Зелий 5. Нет, 4. Да. Все, спасибо. Так, ну все, теперь мы с вами свободны и можем продолжить наше путешествие обратно. Сейчас действительно такое ощущение, что скоро забрежет рассвет. Мне что, тебе каждый раз теперь спасать, дамочка? Еще? Уму непостижимо. Чего только не бывает, да? В этих лесах. Я надеюсь, я иду в правильном направлении. Кто здесь? Анюшка, ты там чего встала? Напугал кто? Ты что делаешь? Ладно, ничего не делаю. До свидания. Хотел как лучше, получилось похоже как всегда. Во всем виноват грязный ведьмак. Так, и сейчас 5 секунд. Подождите, пожалуйста, ребята. Я посмотрю, что у меня есть. Угу. Я думаю, что могу спокойно теперь отправляться выполнять квест, связанный с Кейроном. Давайте отправимся как раз к Шале. Я думаю, ночью она хоть и спит, но готовность Геральта убивать Кейрона — хороший повод, чтобы сказать ей, что мы готовы к бою. Тем более, что уже рассвет там не за горами. Вот, просто превосходно. Хотя мы и слышали, что у нее довольно-таки вздорный характер, думаю, она не будет нам ничего плохого делать. Здрасте. Ведьмак, я ждала тебя. Нам предстоит убить монстра, который способен утопить целый корабль. Боишься? Угу. Нет. Но лучше выманить его на берег. Предоставь это мне. Хорошо. Мне не терпится взглянуть, как ты будешь его выманивать. Уж я постараюсь, а вся слава достанется тебе. Слава? Ты будешь убивать его на берегу. Так. Давайте про дела с комендантом спросим. Не ожидал встретить тебя у Лореда.
А я, наоборот, была уверена, что ты там появишься. Комендант болезненно ревнив ко всему, что касается его маленькой фактории. Поэтому рано или поздно каждый попадает к нему на ковер. И чего он от тебя хотел? Это мое дело. Тебе этого знать незачем. Мы не команда, Геральт. Мы просто убьем Кейрона, и все. Понятно. Что это за штуковина? Что это такое? Выглядит впечатляюще. Мегаскоп. А что он делает? Он позволяет выполнять массу сложных магических операций. К примеру, связываться с другими чародейками. Угу. Ну, давайте вот это не будем щелкать. Не хочу я с ней знакомиться поближе. Трис утверждает, что Кейрон создан магией. Она права. Нечто настолько огромное не смогло бы возникнуть в этих водах само по себе. Похоже, это последствия какого-то неприятного эксперимента. Тварь стремительно растет. И, видимо, так же быстро состарится. Ну ладно, тогда я готов. У меня есть все, что нужно. Пойдем. Отлично. Идем. Интересно, мне придется самому обратно добираться, а она телепортируется. Ты готов? Оу. Мне кажется, или ты накрасилась? У всех свои ритуалы. Мне очень жаль, но Кейроны не различают цветов. Закроем эту тему, Геральт. Пора вытаскивать чудовище из воды. У тебя есть какой-то козырь в рукаве? У меня всегда припрятан туз. Не дай себя сожрать, и скоро мы станем героями. Твоими бы устами. Так, иди вниз. Подожди. Я останусь на мосту. Мне надо выпить чайку и тинекост. Нет, не чайку. Ласточку. Мангуст. Сейчас это важно как никогда, плюс, возможно, придется кинуть улучшение на меч. Просто так ссылаться к Кейрону, это самоубийство. Так. Отточенный камень. Нам надо вновь, похоже, спуститься туда, да? Я так понял, куда она меня привела, и она пришла к месту крушения корабля. Угу. Я еще по мини-карте это посмотрел и догадался, да и по тому, как все выглядело вокруг. Странно или нет, но именно это место врезалось мне в память, видать, из-за того моста, который я говорил, еще на автобан местный похож. Он здоровенный какой. Ничего себе. Слушай, может, ты сама с ним справишься? Я готов отдать тебе всю славу. И они предлагают мне вот это ковырять мечом? Ой. Даже... ядрить, колотить? Слушайте, я могу только попробовать использовать знаки. Понял. Поймай его,
Есть. На. Охренеть просто. Осторожно! Так, Квин. Ага, я теперь понял, что примерно надо сделать, ребята. Так, все, поймался, рулем. Вот так тебе, тварюга. Охренеть просто. Сейчас будет гадить во все стороны, а я себя защищу знаком. Если получится, конечно. Не получится. Ладно. Ну что, все ему ноги надо будет отколупать? И вот эти вот средние тоже? Так, давай. Иди сюда, крошка. Оп. Все, ты приплыл, тварь. На того нарвался. Что ты мне предлагаешь сделать с ним? Ножку давай сюда. Ой, все понял. Оп. Я ему хочу все ножки отколупать. Они так и не поняли, в чем дело. На. Слушай, тебе легко говорить, шалопендра. Опа-на. Ой-ой-ой-ой. Так что мне тут сжать-то? Оп, пробел. Ой-ой-ой. Так, не сюда, да? Нет, нет, не сюда. Ох ты. Долбанутый Кейра. Они мне реально предлагают туда бежать. Так, я почти здесь. И что дальше? И все? Слабак. Нет, ну конечно, все равно было очень круто. Ну что, как я тебе? У нас получилось. Неплохая битва, Геральт. Ты как? Все хорошо, будем крутыми до конца. Со мной все в порядке. Я потратила много сил. И если бы мне пришлось тебе помогать... Меня учили обрабатывать раны. Одна чародейка. Чего мне бояться? Ну да. Ты, как любой ведьмак, изображаешь из себя скалу. Что там с Кейроном? Я и представить не мог, что он будет такой огромный. Трис угадала. Эта мутация вызвана магией. Ну, за работу. Я возьму только лучшие части. Ах, нехорошо столько всего оставлять. Это расточительство. Тогда до встречи. Не забудь о награде. Не забуду, беспокойся. Не забуду. Так, я могу его вообще обыскать? Чисто ради прикола. Такая махина здоровая.
дохлая. Так, подожди, Шава. Так, вроде он светится. Иди сюда, мой родной. Наверняка у тебя есть мутаген. Шкура Кейрена, трофей Кейрен. О, вот это круто. Так, что он мне дает? Броня плюс 3, здоровье плюс 50. Все, я тебя люблю. Угу. Думаю, Шау я не буду ждать. У нее все-таки есть телепорт, а я могу спокойно отправляться за моей законно причитающейся наградой. Ибо после такого, если мне еще не заплатят, это будет нехорошо. Шао мне вообще ничего не дала. Ну и по сути, я мог бы наверняка справиться без нее. Все-таки в игре есть нелинейность в этом плане. То есть, я мог бы отказаться от ее помощи, скорее всего, и использовать приманку, чтобы выманить Кейрена. По крайней мере, я так считаю. А там бой бы прошел по той же схеме, что и сейчас. Вот единственное, не знаю, а может ли Сирана... Ой, Сирана. Я уже вообще в другую игру полез, извините. Шаала сама убить его. Это был бы неожиданный поворот, я считаю. Представьте, вот в третьей части Ведьмака говорят, что сделают возможность пропускать даже очень важные квесты, связанные с сюжетом. То есть я могу их не выполнить из-за того, что прошло время, но последствия невыполнения скажутся буквально на состоянии всего мира. Я считаю, что это будет очень прям круто. По крайней мере, если они не реализуют хотя бы часть от того, что говорят. Ну, естественно, еще подкрутят графику. Я и так считаю, что Ведьмак самая красивая РПГ, но они считает, что не до конца реализовали все фишки. Так, давайте увеличим наше здоровье еще. Тут... Нет, стоп. Урон мечом. Так, тут у нас что есть вообще? Так, ну давайте с Арда начнем. Потом пойдем к Вену. Мне его надо срочно улучшить. Очень полезный все-таки навык, который позволяет мне выжить даже в бою с Кейроном. Если бы не эта защита, я думаю, я бы там и полег, ребята. Уж больно было, тяжеловато. Он мне одним первым ударом только отнял половину моего запаса здоровья. Так, сейчас мне надо отправиться к торговцам, насколько я помню. Да, а вот сюда. Главное мимо не пробежать. Привет тебе от коменданта Лоретта. Все, я понял. Не на того вы, ребята, напали, точнее, не в то время, не в тот час. У меня еще эликсиры мои действовали какое-то время. И камень точильный. Хорошая штука, кстати, надо почаще их покупать. Задание сделано. Кейрен мертв. Хорошая работа. Деньги твои. И прими на память вот эту вещицу, чтобы не считал нас скупердяями. Так, что он мне дал? У меня есть другой выбор. И за нож. Смелый какой. Так. Не пойму, что он мне вообще дал. И чего? Ну ладно. Словил стрелу промеж лопаток. И ни гроша у него за душой не было. И куда мне теперь-то идти? А вот и ты. Как там в гостях у господина коменданта? Он может помочь нам.
Или заковать в цепи и сбросить в реку. Он говорит, что на барке держат пленных Скейтаэлей. А он сказал, что там же находится Киарана Айб и Аснилан, правая рука Йорвита. Нет. Попробуем его навестить? Может, он что-то знает про убийцу королей? Давай. Ладно, неожиданно. Давайте сходим. Интересно, как бы. Барка. Так, Трис, ты меня веди. Тут уж, как бы это сказать, три лодки. Я не знаю, какая именно нам нужна. А, это лодка уже синих полосок. Вы тут чего это? Мы хотим поговорить с раненым пленником. Пущать не велено. Я выполняю распоряжение коменданта Лоредо. Слыхал, сговорились вы, но... Тогда уйди с дороги. Ничего вы из него не вытянете. Умирай. Ну ладно. Надо тогда, я так понимаю, спешить. Трис, иди за мной. Я тебе, сука, покажу, как стонать. Тихо там внизу. Смотри, перхатый заснул. Его пытали. У него дюжина переломов. Мне нужна твоя помощь. Что делать? Я применю очень болезненное заклятие. Если он начнет метаться, это может его убить. Я придержу его аксием. Отлично. Так, что мне делать? Давай, перхатый. Агнии. Смотри, куколка, какая мокрая. Как меня увидит, так и размякает. Так, так. Готовься, куколка. Мы сейчас сменимся и к тебе. Ничего из этого не выйдет. Как бы не так, ублюдок. Я не предатель. Он бредит. Вадгерн, где я? Во Флотземе, на тюремной барке. Барка приговоренных. Это конец. Так, ну давайте скажем, втеремся, так сказать, в доверие, что мы тоже боремся с Лоредо. Хотя это в каком-то смысле правда. У нас общая цель. Мы боремся с комендантом Лоредо. Один раз я уже поверил, Тхойне. Второго раза не будет. Мы жизнь тебе спасли. Без нас ты умирал бы сейчас в мучениях. Без Тхойне меня бы тут и не было. Ну ладно. В отряде Йорвита есть ведьмак. Оказалось, он ублюдок, как все Тхойне. Что случилось? Он предал нас. Предложил мне договориться. Мы встретились там, где растут розы памяти. Розы памяти? Их теперь мало. Он думал, ради власти я предам брата. Никогда такого не видел. Ни один человек не может так быстро двигаться. Это была резня. Я принял первый удар. Он меня не добил. Это был Лето. Я бы умер, но меня нашли люди Лоредо. Лето убьет Йорвита. Все пропало. Столько жертв, столько боли, все зря. Зачем Лето хочет убить Йорвита? Зачем этому Тхойне убивать Йорвита? Он использовал нас, а потом Йорвит стал ему не нужен, начал мешать. Я не знаю, чего он хочет. Что планирует Йорвит? Чего хочет Йорвит? Почему именно Флотсам? Пошел ты. Теперь только я смогу предупредить его. Говори. Мы все сражаемся за нечто большее. Флотсам только начало. Мы не бандиты. Мы боремся за свободу. Настанет час, Йорвит ответит на призыв. Мы выйдем из лесов и вступим в великую битву. В какую? Я не знаю. Тогда я узнаю обо всем от самого Йорвита. Хотел бы я на это посмотреть. Так, Лето — это тот самый убийца? Уточним на всякий случай. Лето — убийца короля? Да. Ну ладно, прощай, друг. Мы получили то, ради чего пришли. Что дальше? Йорвит. А если Йорвит уже знает? Придется напомнить ему старую поговорку. Враг моего врага – мой друг. Предупреди его, Гвинблейд. Йорвит сражается, потому что умеет это лучше всего.
Он Аэнцейтхе, настоящий, свободный. Шельф. Один из последних. В этой борьбе есть смысл. Сейчас, как никогда раньше. Есть еще надежда. О чем ты, Киаран? Надежда на что? На перемены, на завтра. Я его уже не увижу. Я умру здесь. Уйду туда, где цветут яблони. Предупредите Йорвита. Йеннифер сказала, что Цири ушла. Она живет сейчас в другом мире, там она счастлива. Уходя, она подарила нам остров Яблонь, наш остров. Время остановилось. Говорят, что всадники дикой охоты бессмертны. Они несутся по небу, сжимая мечи в костлявых ладонях. Они уводят смертных, пополняя кавалькаду новыми всадниками. Они сожгли дом и сад, растоптали наш остров сапогами. Они забрали Йеннифер. Я должен был найти ее, вернуться в реальность. Вернуться на путь ведьмака. Ёперный театр, как все закрутилось-то. Вот почему так случилось-то. Все плохо с нами. Я думал, как они свяжут это с сюжетом книги-то. Геральт, с тобой все в порядке? Я был на острове Яблонь среди тумана. После погрома в Ривии. Цири отвела туда меня и Йеннифер. Призрачные всадники похитили Йен, а я бросился в погоню. Но... Трис, это важно. Все постепенно складывается. Когда полгода назад ведьмаки нашли меня едва живым под Каэр Морхеном, за мной гнались призраки дикой охоты. Они преследовали меня и в Изиме, когда я убил великого магистра. А теперь я уверен, что это было не случайно. Киаран сказал, что здесь растут розы памяти. Седрик тоже упоминал о них. Если это правда... Сейчас надо искать Йорвита, а не цветочки. Я могла бы вернуть тебе память. Ты уверена? Похоже на то. Чтобы не закрывало твои воспоминания, преграда слабеет. Если бы у меня был хоть один лепесток розы памяти, я сломала бы барьер. Эти цветы действительно обладают большой силой. В таком случае Йорвит подождет. Мне сходить с тобой? Ну, давайте возьмем ее. Она явно хочет это услышать. Мне будет очень приятно. Тогда в путь. Седрик сказал, что недалеко от водопада в лесу есть древние эльфские постройки. Оттуда мы и начнем. Веди. Я тебе, сука, покажу, как стонать. Тихо там внизу. Так, ты ведешь? Смотри, перхатый заснул. Вставай, перхатый. Смерть свою проспишь. Ну ладно, ребята, я даже тогда думаю, давайте закончим здесь, а в следующий раз отправимся за розами памяти и вообще дальше по сюжету. Как смотрю, все закручивается сильнее и сильнее, и даже не предполагаю, что это выльется дальше. Ну, мне очень интересно, надеюсь, вам тоже. Увидимся в следующий раз, до скорых встреч, всем пока.